Уже несколько месяцев после подписания договора о стратегическом партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН, университетская клиника Казань, не покладая рук, трудится над новыми совместными исследованиями. Убедиться в этом представители компании РИКЕН смогли лично, посетив клинику Казанского федерального. Гости университета изучили кабинеты и лаборатории, где внедряют новые методики и разработки, и обучают новые медицинские кадры. Именно там практикующие врачи применяют высокотехнологичные методы лечения. И РИКЕН это известно не понаслышке. В течение встречи делегаты отметили эффективность совместных с КФУ проектов. Однако перечень совместных с Японией исследований должен возрасти, в том числе за счет химии, биологии, инженерии и компьютерной техники. Казанский федеральный университет и РИКЕН абсолютно убеждены в том, что такие исследования будут не только способствовать развитию науки в России и Японии, но и, безусловно, принесут огромную пользу мировому сообществу. Адель Мухаметшина, Роман Самарин, Универньюз.